За что я люблю Сочи? Пожалуй, я считаю, что это самый красивый город, и он дает большие возможности для реализации каких-то молодежных проектов, для реализации молодежи в целом. Я бы хотела поздравить наш любимый город с этим замечательным праздником и пожелать всегда оставаться в центре событий, продолжать развиваться во всех сферах. Хочу поздравить наш город с этим прекрасным событием, пожелать также развиваться. Мы достойно встретили, провели Олимпиаду, мы достойно встретили, провели Гран-при Формулы-1. Я надеюсь, следующее мероприятие международного уровня, такое как футбол, мы также встретим и достойно проведем. Я люблю город Сочи за то, что ни в одной точке мира не найдешь такую красоту, такой симбиоз, наверное, моря, гор и таких прекрасных людей, которые живут в нашем прекрасном городе Сочи. Я люблю свой город за то, что он многонациональный, за то, что в нем интересно жить. Ты выходишь в город, тебе приятно смотреть на людей, которые не только ходят, да, захмуренные такие, да, а они красивые, они улыбаются, то есть у нас праздники постоянно, то есть какие-то фестивали. Поздравляю наш город с днем рождения, мы любим и гордимся своим городом. Желаем процветания, чтобы с каждым днем мы делали шаг вперед, и жители жили в уютном, в хорошем месте, в добре и в дружбе. Городская молодежь отмечает, в городе с каждым годом становится жить все интереснее. Курорт принимает массу крупных мероприятий – спортивных, музыкальных, танцевальных. Более того, на курорте сегодня есть возможность для развития молодых людей в самых разных сферах. Это и спорт, и творчество. А еще после Олимпиады в городе появились сотни новых рабочих мест. Именно поэтому молодежь после окончания школы и вузов сегодня уже предпочитает не уезжать в другие города, а оставаться на курорте, чтобы трудиться на благо родного города. Добавлю, что праздновать свой день рождения Сочи будет 3 дня. Праздничные мероприятия во всех районах Сочи будут проходить с пятницы по воскресенье.